Всем привет! Сегодня классные и серьезные фильмы. Что может быть лучше интересного кино? Только самое интересное. Поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы смотреть лучшие фильмы, а заодно в моих обзорах я использую видео из классных игр и в конце обзора, как всегда, название этих игр. Итак, первый фильм «Ирландец», 2010 год, США, режиссер Джонатан Хенсли. В ролях Рэй Стивенсон, Винсент Д'Онофрио и Кристофер Уокен. Драма, криминал, биография. Продолжительность 1 час 46 минут. Фильм о крутом гангстере ирландского происхождения Дэнни Грине. Фильм по реальным событиям. Дэнни Грин создал собственную группировку и назвал ее «Кельтским клубом». Он вступил в противостояние с итальянской мафией. Похоже, он не ведал страха. В результате все это вылилось в войну мафиозных кланов в 70-х годах в Кливленде. Фильм отлично снят. Я уже смотрела его несколько раз и очень рекомендую посмотреть вам. Второй фильм «Заплатить сполна». США, режиссер Чарльз Стоун III, в ролях Вуд Харрис, Микхай Пфайфер. Боевик, драма, криминал. Продолжительность 1 час 37 минут. Следующий крутой фильм. Эйс живет обычной жизнью, работая за гроши в химчистке. Друзья предлагают ему заняться торговлей наркотиками и жить на всю катушку, но он не хочет в этом участвовать. Ему нравятся крутые машины, деньги, и, конечно, ему хотелось бы изменить свою жизнь. Но случай все равно толкает его на этот путь, и, почувствовав вкус денег, ему уже не остановиться. А потом придется заплатить за все сполна. Классный фильм, очень советую посмотреть. Третий. «Вендетта», 1999 год, США. Режиссер Николас Мейер. В ролях Кристофер Уокен и Люк Аскью. Драма. Продолжительность 1 час 57 минут. Фильм о реальных событиях, произошедших в 1891 году в Новом Орлеане, когда 11 итальянских американцев ложно обвинили в убийстве начальника полиции. Несмотря на то, что суд оправдал всех обвиняемых, толпу это еще больше разозлило. А может, просто за этим стояли интересы третьих лиц, которые умело управляли толпой. Но в результате это привело к жестокой расправе над этими людьми. Отличный фильм. Четвертый. «Убийцы», 2017 год. Бельгия, Франция. Режиссеры Жан-Франсуа Инжен и Франсуа Трукен. В ролях Оливье Гурме и Кевин Янсенс. Продолжительность 1 час 26 минут. Криминал-триллер. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 80-х годах в Бельгии, в провинции Брабант. Тогда произошла череда массовых убийств, которые так и не были раскрыты. Через 30 лет следствие выходит на банду высокопоставленных грабителей, которым много лет все сходило с рук. И одновременно убийства возобновляются. Но дело в том, что грабители не имеют отношения к убийствам. Но как теперь это доказать, когда все указывает на них? Короче, посмотрите фильм, очень интересно. И пятый фильм «Мечта Кассандры», 2007 год, США, Великобритания, Франция.
режиссер Вуди Аллен. В ролях Юэн Макгрегор и Колин Фаррелл. Триллер, драма, криминал. Продолжительность 1 час 48 минут. Два брата живут обычной жизнью, мечтая заработать. И, конечно, у них проблемы с деньгами. Тут появляется их дядя, у которого дела идут круто. И он обещает позаботиться о парнях. Братья рады такой отличной возможности. Но когда дядя просит их о страшной услуге, разобраться с его бывшим партнером, который хочет дать показания против него в суде, братьям придется сделать выбор – остаться без денег или принять предложение дяди. Вуди Аллен снял отличный триллер, так что очень рекомендую. В видео я использовала игру Heavy Rain. На сегодня все. Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал и приятного просмотра!